либо массакру бабл. А здесь вообще кому резнуть или надо бежать? Не знаю, да, сейчас прибежим. Добежаем. Надо убить, блядь, что-то пиздец, это очень долго будет. Да, надо было перед этим боссом 2-3 минуты сделать перекур. Шея затекла, блядь. Мог бы не забежать. Я мог протанчить, но у меня никогда не шел никто вообще, я понимаю. Чисто теоретически можно чему-то. Давай, короче, так и сделаем. Давай, ты как его фаста, я в танк, да и не будем зебать на никому. Что-то, блядь, ну, типа, долго мы тут. Не в том, что ты в плане не оттанчишь, а в плане того, чтобы не заебывать, не заморачивать никого. Чтоб ты сразу понимал, что у тебя проблем нету. Я вот это, да? Дрюха. Дикий, да. Андрюха, ну куда ты пошел? У нас стоит тиражка, я сейчас к жопе пристрою, почешешь его. Все, чеши. О, все, аж всю спину хватает. Так же у них треугольники стоят, да? Или с кем-то поменяться? Андрей в звезде вроде стоял. В лужи косовать нельзя, сало кидается. Выбежали из лужи, кто может, на себя хилки кидайте, щитки всякие, всякую шляпу. Нужно, нужен будет сопрот. Никогда. Дайте саппорт, саппорт дайте, и плюс, короче, это пристабаф, все бафы давайте, хрик на хп. А где луна? Сейчас я еще чарку въебу на таркан и все. Лок бежит там, да? Да. Лепку не забудь, лепку. Да лока еще нет. А, да. А, у шпшника 4-4, что ли? И камни нормальные. Да. Камни нормальные. Не, пояс хуёвый. Тапки хуёвые. Плащ тоже хуйня. Андрей, если что скажете, дам каплю бабла. Да он отмазанный саппорт. Я, короче, подумала. Так, Чернобыль тут, давайте бафуемся. А давай-ка, наверное, тут кулаки МП5 и китайскую каску, а? Я пару на АП. Толка. Ай, ладно, все. Ладно. Все, становитесь за бомбить. Все, иду пулять, все готовы. То корова на пол сдала меня тут, я, потому что МДК. Так что убейте.
Последнее дыхание. И еще одно. Нет, это последний был. А теперь последнее. Нет, его не будет. Так, мне зеленый не надо. Мне тоже не нужен. Рабочик берет. Не бей. 5 секунд обратки. Андрей там выживет. Амнистовое восстановление. Гера? Гера, Гера. Под лицо не заходите. Пока босс будет идти, ты успеешь его прокинуть, по идее. А у меня нечем скинуть. Зато подамажим. Я бабла. На себя, на себя сразу. Всем скину. На второе дыхание прожмешься? Да. Да я тебе на четвертое тогда отдавать буду. Или на следующее. Я сейчас дам это, блядь, ХП. Сейчас может взять рога, я на него отдам истерию. Смутик. И шо? Не? Там от физ урона мало процентов. А. Ну я давал не быстрее, да. Так, успел подхилить. Подикей, резкий. Кого? Меня. Бомжом резать. Ну, сегодня я буду резать за бомж. Так, зеленый взяли? Где ты? Конечно. Куда потом? Сам можно бить. Все, спал. Так, до лута с смотрителя еще 50 минут. Еще копыта и рану нужно убить. Да. Надо. По меткам, ребят. Ебать, он забагался. Ну, похили, Саша. Я похил, Андрей. Хит танка. Короче, можешь ты дамажить там, потому что он забагался, не знаю, честно. Да, можем. Взадите метки. А он не кастует, да? Не кастует. Нет. Ну, сейчас кастует. Да. Так, на следующий сопрок дам. Или на четвертый. Давай. Давай, нет, нет, давай, ты же хпшку еще прожмешь. Я сейчас тринкет прожму. А, давай тринкет. Вот, на следующий ты прожимаешь хпшку. И под него я даю тебе. Не, не, Дикей, 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 уходи дальше быстро. Можешь отдавать сопрок. Ага. А, да. Ну торопись, печеньки, печеньки, не торопись к нему.
А печенька, иди на квадрат сюда, ко мне, иди обратно. Опа, блин, я уже пересрался. На меня побежал. Только не вставай. Да-да, я знаю. Так, сейчас попрохиливаю. Должен жить. Бить. Бьем. А кто красный берешь? Я взял. Ну, понятно. Лок, не бросай краснозвичье, бросай, короче, этот, на повышение урона 90% СПД. Своего теперь нет. Сама принимай слав. Там срыва грона жми, я раскол души лок. Бля, прикинь, пропал БР, ёба народ. ПК. ПК. Он на 2 минуты, что ли, или на минуту. Ну, минуту 10 получилось. Пометка. Ух, так, блядь. Костя сбросил. Ребят, вы уже разойдитесь разом. Чего идите до упора вместе? Дедушка, есть сюда камень квадратов? Проникай в эту лазейку. Если есть, Петя, ты можешь заходить, что хочешь. Я уже думал. Я думал, тот четвертый был просто шляпил. Просто дал, короче, это раскрыться. На вас, да? Элитарную прожалуюсь. Ну, нормально. У меня брус есть. А надо будет посмотреть, сколько у тебя суммарно. Там, сколько там. Под пассивкой, ну понял. Все, не достаю. Не бьем. Эндрю. Бьем. ЛПшку в обратку кинул, я все видел. Заранее, блядь. Все, давайте, мужики, кольцо мое. И шея нахипала. Или... А, она не латная. Все. Значит, не нахипала. Чекай кожу, блядь. Шапка. Да, она постоянно падала. Но она прикольная такая, по местам. У меня есть бабло. Да заебало. Ох. Тупо похую. Четверт, убиваете там? Ну да. Можно убить на темной фазе ачивку. Ага. Мы уже три раза попали. Не надо мыть. Они нам нахуй не нужны. Опа, кожа. Опа, опа, ребята. Что там? Что там? Пояс бисовый нахипало. Опа. Сука. Ноги. Ой, ноги какие хорошие. А ноги хорошие. Блядь, ноги реально хорошие. На фаста прям пиздец заходит. Я мама стиляга. Так, а где?
Давайте чайный перекур сделаем перед Араном. Согласен, согласен. Мы на Арана или на КПТ сначала? Наверное, Арана. Аран проще. Да, Аран. Ну, Аран доля фартажопости. Ну, на самом деле, для нас только это. Венец самый удачный. Потому что голему тяжело будет переживаться. Я скажу так, с Хопалом хили. Да, конечно, легче. Так это босс для Хопала, потому что, ну... Не, с Хопалом легче, потому что Хопал прохиливает, а ДЦшка предотвращает. ДЦшка хуёвый хил. Нет, ДЦшка... ДЦшка, он именно как прям... Не дать упасть шота, да, классно. А Красноярск, нет, он только на одного вроде кидается. Не, блин, на всех. На всех. Ну да. Сори, не знал. У меня за ДЦшку мало опыта. Да никто не... О, в этом поясе еще три соки-то, ё-моё. Да ты чей-то. Бля, а кому? А кому по факту ноги, ну, достанутся? Мне. Интересно. Андрюхе? Ладно. Мне. Ты же уже срулил ноги. Да, Андрюха, ты же себе заберешь его? Ты же вообще да, пиздец. Да, я заберу, что дадут. Так что, будем перекур делать? Три минуты чайку налить. Надо, то идите, да, идите, я передохните. Чисто. Давайте, я спрошу иначе. Сколько у кого времени еще по перемену? У меня много времени на каникулы. Аналогичная хуйня. Дня 4 есть. Да, 4 дня есть. Я понял. У меня до завтра, на работу. Хау. Школьник. Ну ты готов? Готов старый на работу пойти? А тут как на работе уже. Без недели будет. Так, ладно, все, я отбежал на 3 минуты. Чайку налью, покурю, в туалет схожу. Короче, рвань. Так, я так понимаю, кроме... Ну ладно, давайте, ДК, ты тут, танк? Кстати, скажите, тут пофиг на ХП или надо все-таки его просто очень лететь? Очень не хочется. Я уже хотел сказать, в силки надо лететь перебивать. Где мы? А, мы в заломании в силки перебивали. Да и здесь мотель. Это мы где? А, мы здесь тоже? Да. Ладно, пофиг, потраем, узнаем. И на Молчазаре. Нам надо было 35 или сколько тысяч ХП, а мы сейчас в 20 тысяч бегаем. Здорово. Там же 15% буст был от... Випки. Ой, премиума. Так, ладно, все знают, что тут делать. Там, например, там цель и галочку ставить, как минимум. Сбивать косты, выносить его, этот огонь. Что у тебя там пилят, на? Дерево? Да, бля, за дверью там, да, пилят стол. Вынести из двери не могли, да? Сколько времени этот перерывчик? Ну, 5 минут. 5 минут, да. Блядь, сейчас. Я, наверное, так, лог в инсте, пойду себе поезд сделаю. Кстати, давайте сделаем... Я из Арпала спекнусь в Хопала, потому что у нас и так миликов много. Типа ШП вроде нормально дамажит. И хилить будет проще. Ну, может быть, да. Плюс массейв. И единственный. Сосу, не купи мне же раз. Купи мне голды. У меня 800 голд. Понял, блядь. Помощь. Ну, да. Да. Где деньги брать? На, нахуй, ебал. Так, сейчас сапроты надо будет пить, ребят. Усилий. Да, это 100%, 100% надо быть. Хотя зима это физ урон, я так понимаю. Так что, по факту... Да нет, там огонь, лед, это он же все дамажит. Ну да, но если все это... грамотно делать, то по одной цели будет только дамажить. Я грамотно всегда делаю. Тыкните на шкаф еще кто-то один. Так, а че я полетел в Долран, че хотел? А, я камни хотел сделать. ДКшка будет в танке или как?
Наверное, да, массейв будет профитнее. Плюс РДДшник один, ну, да, будет, да, еще лучше. Да, да. ДК-2 там. Потом, а у Роги какие символы стоят? На пол стоит символ? 10-секундный. Потому что на големов, получается, надо будет в мага сдавать бурсты. Он шотовых. На последнем этом фамильяре я буду стараться озвучивать каждую цель, какую он кастует. Чтобы ты считывал лицешка. А, Молодец. Да не, уже был. Короче, был. Ой, давай, блядь, нет, надо. Молодец. Выйду отсюда. Молодец. Да, блядь. Бля, где деньги взять? У меня раньше денег много было, сейчас вообще денег нету. Какие именно? На голду? Да. Ты где? А, ты была ранее, думал, тебе 4К холды дать, ладно. Соси хуй. А я сейчас, у меня рулонов много, буду сумки продавать. Таких туалетной бумаги? Да, из набережной Челных вот это вот. Трехшаровая, блядь, за 100 рублей. Бисовая бумага. Это, ну мне нравится кара, прикольная тема. Не, ну кара, да, но через пару месяцев, когда ее понерфят, она будет настолько легкой, что... Что мне никто не будет ходить только за печеньками и все, блядь. Да, все будут сходить поточно. Намолчал на печеньки. Знаешь, хотя... как вот это вот Т4, оно, по-моему, даже вот, блядь, я когда проходил на X2, там, ну, считай, ДК танк 4Т4, оно ДТ5, блядь. Да, ДТ5. Да, ДТ5. Многие классы тоже продолжают в нем ходить, блядь. А все классы продолжают. Фурики? Не все, это ДК, этот, ДД, это 10. Ну, разве? Да. Нет. Что, в Владике, ну, шума, из 10 классов 10, в один класс, наверное, да, ДК и кто-то еще. Нет, хилы еще, кроме Ршама. Друид Т10, Ршама Т4. Ну, Ршам либо Т4, либо Т10, я так понимаю. Ну да. Мне Т10 нравится, но вот эту ходку есть, это хуя. Ну, Т4 тоже, говорят, прока это хуйня, типа, блядь, цепуха. Вторая. Засумоньте Лока, чтоб шкаф не пропал. Я засумоню. А что? Я сумоню, но никто не тыкает. Всякий тут. Не тыкает. Я думаю себе камни на хосту вбить в хпале, потому что, ну что, у меня 39 тысяч маны. А сколько хосты? 840. Типа 950. Я в 600 хосты, короче, захиливал ИВК. Да не, хоста на хпале, она не особо важна, типа, но... Ну, в кару я пришел, тут я понял на смотрителе, что она важна, блядь. Ну, 600 маловато было, тяжело. Одна, ну просто 0,1 секунды... Ничего не сделают, а за 0,1 секунды я потеряю несколько тысяч маны. Что в теории может плохо обернуться. Надо тестить, я не хапал, да, вообще, я дерево. Интересно, но хотя не интересно. А чё, ну-ка, напомните, кто знает тактику. Я был тут, блядь, сколько уже, нахуй? Года 3 назад, наверное. Соцена, объяснишь? Ну, короче, босс будет кастовать 3 каста. Стрелы. Которая в танка будет лететь. Огненный шар и ледяной шар. Мы будем сбивать все ледяные шары. Это ачива, что ли, блядь? Не-не-не-не-не-не-не. Потому что ледяной шар, если попадает в цель, он замораживает человека. Также и огненный шар. Если огненный шар попадает в человека, он бьет самого человека и вокруг него цели. Соответственно, когда, ну, у тебя стоит в цели босс, и если ты видишь, что в тебя кастуется... Огненный шар, если ты мелик, тебе надо выбежать из мелизоны. Если будут кастоваться в тебя этот ледяной шар, который не сбивается, там каждые 3 ледяных шара, вот 3 сбиваем, и один будет не сбиваться. Ты выносишь его в определенную метку, и чтобы тебя разморозили, нужно следующий игрок, в который полетит огненный шар, зашел в тебя. Ну, чтобы типа и тебя разморозил. Будут появляться... Либо големы, либо будет фаза зимы, либо эти, как в обычке, как этот, когда угодно. Венец огня, да. Ну, если там не големы, там были автоматик фамильяры. Если зима, это типа самое сложное считается. Конечно. Начинается зима, ты начинаешь бегать, чтобы на те стаки не настакивались. Типа, если ты стоишь на месте, на тебя настакивают стаки, и прожимаешь
свои сейвы. Ну там АОЕ, короче, и прыгать, чтобы стаки не прыгать. Да, там прыгать, бегать, короче, и все. Главное, чтобы не все вместе, чтобы огненный шар не залетел по всем. Возле стенки прыгать. Если будут фамильяры, мы сдаем все бурсты фамильяров и убиваем. А там их будет 3 штуки. Начинаем справа. И все. Справа начинаем. Венец огня просто стоим. Весь босс. У тебя главное, вот что главное, у тебя стоит цель. Как показывает практика, самое сложное для людей это вот типа выбежать на заморозку и разморозить. Остальное, ну там не сложно, там на хилов все ложится. У тебя стоит цель? На самом деле можно как сделать? Да, когда человек замороженный стоит, в него могут сбегаться РДДшники, чтобы потом не бежать. Ты меня типа... У меня? Меня. Цель у меня не стоит. Нет, я кто спрашивал, я не знаю. У меня стоит. Типа ты видишь, кого он кастует? Ну, ладно. Ну да, свои цели есть. Ну все. Блять, пряжка 300 голды, вы шо? А шо, ебать? Так что я бил. Где деньги взять? Саша, у меня пряжка с собой. Что говоришь? У меня пряжка лежит с собой в сумке, я тебе отдам. А, ну я тогда... Просто камни сейчас сделаю. О, саппорт надо купить. Ландрия, все, всем спасибо. А ты все что ли, Жень, не пойдешь дальше? Да. Ну сейчас подожди, я это присумонюсь. Пряжечку возьму. Бля, я же спросил, есть какого времени. Тогда не смысл идти, в смысле, а мы не заберем никого? Наших... Пойдем, все позвонили. Так, это. Я тебе чай, бля, сделал. Пошедший, что ли? Сижу, интерфейс настраиваю, блядь, три фамильяра. Чувствовалось каст настроить. Ты что, Сань, скопались они? Ну. Да, 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 чтобы было меньше миликов. Но я все равно в миле буду стоять, скорее всего, некоторое время. Как говорят, дайте, я сейчас быстро позвоню туда. Я реально надо точно делать. У меня просто вопрос прямой такой сразу. ШП даст 11 тысяч ДПСа? Сколько? Ну, не, 11 тысяч нет. У меня от 9 до 10. Значит, ты... И значит, ты в ДЦ однозначно. Саш, ребят. Элен тоже не даст 11 тысяч ДПСа. Это... Значит, не дам. Это самое... Буквально минут 3 еще. Ты пропадаешь. Почему здесь брюлей нет? Почему так сложно? Так поэтому сюда и ушли в ступени. Так, 30 минут до плечей. Кожа. А, это кожаные плечи. Тут только кому? Либо Жене, либо Андрею. И эти штаны танковские 30 минут остались. Суманешь? Давай. Я не понимаю разработчиков Сируса, которые напихали шмота с крит MP5. Ладно. Ладно, еще вещь. Поеду, блядь. Просто и 5 блядь. Шмоток, блин. А что, кто-то уходит или что? Да нет. Для ДЦ. Крит MP5 латы. Для ДЦ. Давай я латы одену, забуду там. Ладно, короче, я вроде настроил интерфейс, все сделаю. Чек на ФК просто еду.
Саня, успех, если зарпал обратно. Я уже. Ну, так. Я, получается, в салон. А мне, получается, зиму в Баблино дожить, да? Угу. И мастера вот на тут давайте. На второй, третий тип. Ага. Так, смотрите, короче, еще раз, давайте возвращайтесь уже. Пиноколад, да, скрипит тут. Женя отошел позвонить. А. Дека, ты тут, Пиноколад? Так, ребят, я извиняюсь, я здесь, все, у меня еще. Лучше напиши. Бля, он как пишет, я всегда слышу, как он набирает нахуй. А, да, вот когда, когда печатает нормально, а голос отваливается. Может, у него камера на микрофон, знаешь, который это, чтобы послушивать издалека разговоры. Просто на ладно, все вернулись, все, пожалуйста, да, секундочку, внимание. Короче, босс очередной, несложный, типа. Вся сложность заключается в том, что типа между фаз, что будет происходить, типа. Тут есть фазы, они рандомные, типа. То бишь, скажем, вне фазы. Мы просто бьем босса своим пометочкам. Определенный вот своим. Босс выбирает таргет, типа, и кастует у него либо огненной каст, типа, либо же кастует ледяной. Ледяной мы сбиваем, третий не сбивается. Либо третий, либо четвертый не сбивается. Тот, который не сбивается, кажется, должен человек выбежать у нас в звездочку. Если он не выбежал, остался на своей метке, типа мы видим меточку, озвучили метку, соответственно, следующий игрок должен выбежать туда и разморозить его. Теперь вы стоите все по меткам определенно, вот, вам с меткой назначен милик, и вы стоите с левой стороны. Танк спиной танчишь звездочку его. Чтобы милика вы сразу видели, куда бежать, лево, право, и там типа разморозить. Если запомнили. Танк также касается тебя, короче, если тебя инфернальный стрела летит, ты от рейда чуть отходишь назад звездочку. Все, ничего не меняется. Теперь касаемо фаз. Смотрите, первая фаза, условно, это они рандомные. Может прокнуть, блять, просто 5 единцов. Первая фаза, типа, условно будет у нас. Это венец. Стоим, не двигаемся, все, запомнили. Вторая фаза по сложности это фамильяры. Сходимся в РДДшник и все в центр, хедер в центр. И начинаем слева направо хуярить их. И отдаются там условно ДЦ, дает у нас ПС-ку по буйчику. Буйчик раскастовывается, хуярит фамильяра. Милики, смотрите, кто там получается у нас настакивает, есть ли нет, да? Сацуна, ты можешь, короче, уже там получается, сколько хп? Где-то на процентов 5 столько. Бежать и бежать уже бить другого фамильяра себе. Угу. Также все милики где-то на 5% уже может бежать без другого, ну, второго фамильяра. ДЦ твоя задача всех считывать его, просто всех на этой фате считывать. Когда останется один, типа, можешь считывать точечно, если хорошо отслеживаешь цели, типа. Если нет, считуй просто всех. Третья фаза у нас самая сложная считается, это зима. На зиме ваша задача такая, типа танк остается у босса, ты просто прыгаешь. Вот, прыгаешь на месте и бьешь дальше босса. Сбиваешь первый каст, типа ледяной. Фадикейс с другой стороны остается у босса, тоже сбивает и второй каст, тоже стоит прыгает. Соответственно, теперь после вам. На первую зиму мы отдаем боб. И вы отдаете свои сейвы. Вы плюс, короче, ставим камни сейчас локовские, типа, если недостаточно просило, жмете камни. Как просиливать это все равно? Женя стоит заверсилит под бобом, то бишь, все сейвы сдаются у нас, короче, после 3 секунд. Секундочку.
Короче, и тут, знаю, смотрите, то бишь зима, повторяю, типа, смотрите, как же на зиме. СВ дается после 3 секунд. Можете, блядь, началась зима, в уме просто просчитать раз, два, три, и так, ну, типа, раз, два, три, и отдавать СВ свои, короче. Нельзя давать СВ с пула, типа, 100%. То бишь, все должны быть защитованы, кто не защитованный, то бишь, кого дебафишь, того хотаешь, соответственно. Соплю, пока ты сбрасываешь в рейд. Все двигаются. Теперь, касаемо все, типа, позиции, типа, вы просто рассыпаетесь. Условно, все люди, которые стояли вот в своих меточках, можете своей меточкой либо бегать слева направо, либо прыгать. Ваша задача не задамажить, а выжить на этой фазе. То бишь, вы должны двигаться. Для чего двигаться? Если вы не двигаетесь, то бишь, у вас набираются стаки. Как в Нексусе, блядь, на драконе. Чем больше стаков, тем больше вас дамажит. То бишь, начинается зима, вы должны либо прыгать, либо бегать. 100%. Можете босса не убить. Главное, ваша задача на этой фазе выжить. Можете там проходить, я буду в сове хотать вас еще плюс, типа, стоять. Ну, короче, вот, зима вот такая, это первая зима. Вторая зима у нас не будет боба. На вторую зиму что мы делаем? Отдается масбаун, типа, от ДКшника. Отдается, короче, ма, типа, получается, мастера от паладина. Плюс я тоже хотаю и щитует у нас также... ДЦ и ход ДЦ. Женя просто щиток бросает и быстрее он хилить уже не сможет. Женя считает до 5, короче. Даже до 4, Женя считаешь, ты в это 4 секунды ты не хилишь. После 4 секунд ты начинаешь хилить, и на тебя дают, тебе сдают зубы в тебя. Либо с отцу надо скаплю. Типа, после 4 секунд ты начинаешь хилить. За 4 секунды должны мы типа продержать рейс с ДСшником. Типа, если будет третья зима, если откатится боб, тогда окей. Если не откатится боб, мы умрем. То бишь, может зима не прокнуть вообще, но на это не стоит рассчитывать. То бишь, да. Фазы вы поняли, фазы несложные. Типа, основная задача вот сейчас четко сбивать косты и размораживать. Блять, ну, Чернобыль, блядь, я вот без обид. Если ты нихуя не шаришь, я сейчас, короче, будем падать из тебя. Я тебе пиздол дам просто. Я заебался рассказывать, ну, типа, ну, меня эта хуйня раздражает. Вот честно. Да ты все знаешь, и, блядь, на деве хуя хуернул, блядь, косноязычие. Андрюха, плечо на РТУ давай. И случился вайп. Дрюк, тебе плечо нужно? Ну давай, давай, заберу, все равно никто не ролит. Одно плечо только прикроешь левое. Будешь ходить гламурно. Типа, ну, короче, теперь СС отдаешь. Ну, короче, два первых трое СС не сдавай вообще, типа. Косноязычие на всех, и, соответственно, босса тоже бросаешь. Ставлю рыбу. Сапроты. Угу. Сапроты все пейте. Ура, слушай, наша задача сейчас проверить фамильяров. Типа, если нам хватает убить фамильяров, типа, так, кстати, танк, и спекайте во фроста. Спекайте во фроста, короче. Одевай и... Только сет и больше ДД шмот одевать, ДД пухи одевай, короче. Надо, чтобы ты 1005 давал тоже там в опросте. Бля, я не хочу, я не хочу. А нам на фамильярах войско поможет, нет? А? На фамильярах войско поможет? Бля, ну типа может помочь, нет. Типа они снижают урон чуть-чуть, но не настолько, типа. Бессмысленно особо. Меня в ВДК спекаться? Да, да, это. Ты накладываешь спека всего фроста, одевай по шмоток ДД. Я думаю, треню одну можно оставить. Танков. Нет, треню, да, но оставляю. Ну ДДшный такой вот это вечное пламя одень там. ДДшный ты. Печать можешь ДДшную одеть себе.
Кольца ты даже не можешь одеть, там, не знаю. Запы оставь, там дохуя стамины, пояс можешь оставить. Что если есть ДДшные с остро, можешь одеть. Теперь по кастам. Первый каст сбивает у нас танк. Второй ФДК, если что, типа. И третий, типа, 5 ДК у танка отходящится. Контролирует, помогает сбивать касты рога еще. Чтобы там шам не отвлекался на тупо хилю. Андрюх, касты не восстановление, пожалуйста. А, восстановление? Блять. Короче, я, наверное, нихера не буду видеть коста, который понял, который несбиваемый. А он будет в квадрате казаком. Да, ну, короче, с эксперлом. Ну ладно, потом. Ладно, готовность. Тут напуливать любого можно же. Тут же как в десятке обычки. Напуливать? Да, можно любого. Подожди, как? Ну хотя бы на грудь. Ну ты, смотри, первый напул сдаешь танка, соответственно, он играет агро, а потом можешь ебашить любого напуливать, типа, кто дамажит. Ну, ну ладно, что, так же петом, погнали, ребят, петом. Давай, ну, я все наружу, все наружу, наружу. Видите, все я наружу. Сопротивление выпили. Мелики в треугольничек встаньте, чтобы... Хотя лучше их у него поставился, но мы сильно будем сблизить. Двое справа, двое слева. А выносим куда, если что? Звезду. А огненный каст выносим в любую сторону, главное, чтобы не задело. Да. Звезду все выносим, блядь. Скоро появится. Чернобыль кастует, окей, все вижу. Чернобыль кастует закрытый, хорошо. Эндрю выбежал. Каст. А, это сбить можно. Опять, Чернобыль закрытый. Что там? Уфола. Не прохилили, да? А там вообще писька хп осталось. Выбежал. Ну, луну надо разморозить. Зима еще, блять, охуенно. Болт давай. АДС заморожен еще. Ну это все. Это баста. Ну у меня один стак был. И тикал по 6 косарей. Больно. А Женя тут? А у нас просто один исключенный был? Да. Женя хилил. А, просто резист на зиме нет. Я тут. А ты боб Жене дал? Да. Ну на 3 секунде, не с первых, да? Я не знаю, на какой секунде, но я не сразу дал. Ну боб надо сразу давать, а мастера... Так, я стою, говорите быстрее, я стою хилю. Бля, я все, ребята, озвучил, ну типа, кто что не понял, короче, касаемо зимы, блядь. Первая зима, короче, даете свои сейвы, типа. Полностью. У нас просто сейчас получилось так, что ДЦ заморожен, блядь, был. Наверное. Андрей, куда бежишь? Даже привычка дурная. Сейвы сдаете на 3 секунде, короче. Раз, два, три сдали сейвы, нахуй. Короче, моб в обсерватории сразу агресса. Блядь, я его зафирял, вы его сбили. Да, его убить, нахуй. Все. Так надо кончить кому-то. Давай, сейчас ДК придет, я пока победитель ветерок кину. ДК, телепортируйся к нам, ты не можешь. Все, забирай моба. Никто же бурсты с пула не сдавал? Я немного всрался.
Короче, данный босс, типа, держится на двух моментах. Даже на трех. Частично тактика, частично. Очень сильно на силах. И ДПС, все. Ну, эршами тяжело выхиливать, типа, таргет на такой урон. Эршами тяжело выхилить таргет на урон. Да. Ну, хуй, не знаю. Типа, ну, можно на префазе он бьет, типа, точечно. Ты что там, блядь, дал бы старину, большие волны въебал туда. Плюс ДЦ может исправить или точечно подпилить. Мы с Ястершамом спросили уже, что типа, это понял. Сейчас все будет здесь, смотри, давайте. А сейчас что он это стандарт пайпнулся на боссе первый трай. А кого убил изначально? Чернобыль. Так. Чернобыль там почти шотнуло. А там есть. Осталось там 3% хп, потом чпок. Есть какой-нибудь доспех, который это понижает урон его от магии? Или нет? По-моему, нет. Ну, короче, Чернобыль, может эту фазу тоже, типа, долго фамильяров хуярить в этом, просил доспехи стоять. Если он поможет, конечно. Я пойду рыбу куплю, поставьте шкаф. Андрей, не надо, Андрей, я поставлю, Андрей, давай сюда. Давай. Из клубка достал. А я, кстати, не видел, я помню, должна была. Я также про отпряжку, Саша, сказал. Такой сумму, такой срач, блядь. Вы поймите, короче, вот кастуется, вот условно, Чернобыля. Оно взъебало и потом чуть тикает. Вы не сразу хильте просевшую цель. Хотя бы какую-то хуйню в него вкинуть. Нам беса, наверное. На нем щитка просто не было, и все. Так в него три раза подряд кастанулось, конечно. Так в него три раза подряд кастанулось, там щитом. Ну, щиток, потом щит. Соплю, потом быстрина, все. Тактика, тимплей. Спасибо, Жень, думаешь, мне это поможет? А мне тоже она лежала одна, я не знаю, откуда взялась. Ладно, чек на пульс. Может нам беса позвать, или это... Ну, у него есть Дестрик. Ага. По-хорошему, ну, я могу покричать на ХП, но тогда у нас не будет АП. А это... Не, нам ХП тут надо, давай беса доставай, короче. Да, пусть Петя покричит, я раздам. Есть бомжика сколько? Есть. Бля, думаешь, 2% у всех, понимаете, я хуй его знает, такой себе. Может быть, у этого Чернобыля есть? Я думаю, профитнее дать беса. Там прям сильно собака решает так или что-нибудь? 4% урона. У него талант, наверное, вкачан. Собаку. Да. Ладно, давай, похуй, бафы, кулаки, все. Петя на ХП поглючит. Ну, я даю 2700, так-то. А в демоне, слышу, у тебя в демоне, короче, ДПС будет тоже там 8000? Или там еще меньше ДПС будет? Ладно, бафай, короче, кулаки, МБ5. Ну что, пошел, вот я трекан здесь. Нам, мы еще нихуя не прочувствовали, чтобы понять, мы убьем, не убьем. Типа, нам надо добраться до фамильяров. Там будет уже видно, нахуй, убиваем. Пережить зиму всегда было проблемой. Да зима, типа, похую сейчас. Нам надо жить до фамильяра, мы по ДПСу проходим, блядь, все. Томас. Давай, срывай его. Отошли все. Все. Отойдите, я буду пулю. Блядь, где? Как-то хуевато. А я Жене заметку поставил. Кто проховает, скажите, третий или четвертый каст, короче, несбиваемый. Ну там быстро слишком кастует, чтобы сказать. 5 секунд. 5 секунд до появления босса. Милики, вы стоите, ну типа там где вот твой дикий стоит, короче. Скибидис стоит.
Хики выбежал. Че, я нормально все вижу. На всякий случай. ДЦ. Женя опять кастует. И наклада. Отойдите от него. Нормально, нормально. Да, радиус не такой большой. Отведи чуть-чуть в центр. Центр просто ставим. На скибиде, на скибиде. Женя выбежал, Женя выбежал. Хорошо. Женя фул хп был. Фамильяры. Тестим фамильяры. Забафайте тебя, Женя, сразу же. Каску бомжа. Фамильяры, на какую фазу даем? Сейчас. Мелик и следующего. Так, красноязычие висит? Да, да, на всех. Мелик и следующего. Его шотнуло. 18 тысяч прилетело. Ну, это не прахи. А, меня два раза прилетело. Одна 13, другая 18. Бойчик. Не, под Герой, в принципе... Она... А, блядь, вы Серу сдали, блядь, нельзя. Опять еще раз, со ценой. Хики. Да вы что, тут фамильяр был, блядь, из, раз в 5. Показываем. Мы без Герой давно уже еще не под Герой, блядь. Бля, я там никогда. Я думал, не кикните. На хики. На Хакаге. Смотри, там сзади хила зацепляешь. Клевенно. Пинаколада. А. Да бежите в звездочку, просто прям бежите, похуй на танк. Так, как сбивается. На Чернобыле был Женя. Лок мини, лок мини, лок мини. Хорошо. Звездочку на разморозить надо. Просто, ну, типа, надо, чтобы мы учились, чтобы все звездочку бегали, все. Хики, второе обморожение. Хики, звездочку. Ну, бойчик, мурчик. Бойчик, звездочку. Бойчик, звездочку. Беги, малышка, беги. Зима. Все, приготовились. Даю боб. Даю. Кто-то на месте стоит, значит. Блин, кто-то не двигается. На мне стаков нету, блядь. Кто-то просто стак умер. Не один бегайте стак. По кругу, не бегайте. Просто туда-сюда прыгайте проще. Смотрите, ну я вот просто... Все подбежали, я вот, так, блядь, просто скакал и все, нахуй. Эндрю, Эндрю. Да все, падайте. Просто на месте прыгал или что? Не, вправо-лево прыгал вообще. Ну да, сейчас два человека подбежали, от меня огненный шар утонули. Да твоя. Вам бегать не надо, смотрите, я вам же сказал. Короче, ребят. Я на Жене диван дал. У вас есть позиции. Смели зоны, короче, смели зоны. У нас уходит, вон, у них есть своя зона, типа, за спиной. Андрей, не, а не вставай. Все, отходим. Ресни Рогу, он реснет нас. Если он рядом, конечно. Жень. Жека, пока его нет. Да он баф не видит. Поглубже зайди. Ну что, фамильяров мы вроде вывозим. Под Герой. Под Герой. Давай мы в Дикее в центре. О, отлично. А фиг знает. Вы поймите, фамильяров мы должны быть без веры вообще. Все, все, да это я затупил. Да, да, это. Жека поддался. А Жека поддался шкаф. Моей провокации. Шкаф, дайте шкаф. Сам мне как-то проще, мне кажется. Чем это вот. Ну мне тоже, мне всегда копыта проще почему-то. Там тупо, ну как, хватает все и проходим.
Да ты пойми, типа, если копытный кто-то не закроет один комнат, и все, и давай в свободный повод. Так комнату загореть проще. Ну, ты закрыешь баблом, потом забрустишь, условно, блядь. Фудики закроют, там, Петя закроет. Чернобыль, ну, уверен, что закроет. Буйчик закроет, пока глыба есть. Потом зайдет, умрет там, нахуй. Так Локи закрывает без проблем, именно убивают. В чем проблема, типа... Так там это, залетел, хаос дал, обдотал, фир дал. Все, и просто лутаешь желтенькие сферки, он дотками вздыхает. Бля, я скажу иначе. Я вчера был с Рейвен, который, типа, более, короче, ебанутый, типа, в плане, типа, адекватности людей. Но он сильнее, чем наш Рейвен. Но они копыта, блядь, вообще просто там сыпались, как дети, нахуй. Ну, потому что там надо сразу, наверное, на реакции все делать. Рыбка, и поехали. Рыбу, да. Я еще копыта так хотел справить. Блядь, что за хуйня? Как говорится, не сразу Москва строилась. Ты чё, мой первый раз здесь, что ли? Краски.